отделяет река, очень разные ее берега. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обиделась, зачем же мы расстались? Чем же мы расстались? Листья палые река пронесет, а потом опять пройдет ледоход. Снова в чистой реке отразится твой дом, на высоком берегу, на крутом. Снова в чистой реке отразится твой дом, на высоком берегу, на крутом. Весна какая выдалась, какие дни настали. Зачем же мы расстались? Весна какая выдалась, какие дни настали. А что же ты обиделась, зачем же мы расстались? Все цветы в саду твоем оборву, на пароме я к тебе поплыву. И с тобою вдвоем мы всю жизнь проживем, на высоком берегу, на крутом. На высоком берегу, на крутом. Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обиделась, зачем же мы расстались? Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обиделась, зачем же мы расстались? Разделяет река, очень разные ее берега. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Антон Холкин и канал на Ютубе «Уроки игры на гитаре». Сегодня очень имел удовольствие показать вам песню Юрия Антонова, творчество которого я очень уважаю. Песня «На высоком берегу». Если она вам нравится и вы хотели бы играть на гитаре, я сейчас покажу вам, как это делать. Я слышал много вариантов тональностей. Ну, не то чтобы много, в основном это в ля игралось, в ля миноре. Но, послушав оригинал Юрия Антонова, я понял, что она играется в ре миноре. Итак, первый аккорд это ре минор. Городок наш разделяет река. То есть ре минор, ля, ну, либо ля мажор, или септ, то есть А7. Ну, то есть, если говорить буквенно, это D, M, A, 7. Ну, то есть, это повторяется два раза. Городок наш разделяет река, очень разные ее берега. Потом идет аккорд с баре, соль, минор. Я живу на одном, ну, а ты на другом. И опять ре, минор, на высоком берегу, на крутом. То есть, D, M. А7 и получается Г, да? ГМ, да, минор. Или G, GM. Вот это куплет. Она разделяет река, очень разные ее берега. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Это куплет. Припев играется с соль минора, то есть G7. Весна какая выдалась, какие дни настали. И опять D, M, то есть ре минор. Потом идет до мажор. А что же ты обиделась, то есть С. А что же ты обиделась, зачем же мы расстались? А этот аккорд получается, а это аккорд у нас ля диез получается. Ну то есть
А, диез. Да. И припев получается следующим образом. Весна. На что же ты обиделась? Зачем же мы расстались? Ну вот так. Если я что-то непонятно объяснил, под этим видео, если вы смотрите на YouTube, будет описание, в котором текст песни и аккорды. То есть вы можете смотреть видео и читать внизу описание. Ну, пожалуй, больше добавить нечего. Сегодня мы с вами разобрали песню Юрия Антонова «На высоком берегу». Все, я желаю всем хорошего дня. Слушайте только качественную, хорошую, душевную музыку. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось. Вот здесь вы можете это сделать. С удовольствием буду видеть вас в числе своих подписчиков. С вами был Антон Холкин. Всем пока!